Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, проверочная серия у меня выходит. Я хочу просто посмотреть, где я нахожусь, сбросили меня или не сбросили. Ну, конечно, стопчик-то скинули однозначно, но потерял ли я ранг? Вот что мне хочется узнать. И если я его потерял, то, конечно же, хотелось бы его вернуть. Так, ну давай глянем. Нет, я до сих пор, друзья мои, в Лиге Мастеров, ранг 50-й, 9 откатов, но мы можем еще получить за ежедневки, поэтому давай быстренько сделаем. Так, сегодня у нас еще в Драконы Всадники Олуха, по идее, должны доступны быть события. Если, конечно, я чего-то не путаю. Можно будет зайти и глянуть, хотя по времени не знаю, успею, не успею. Я только с работы недавно пришел, друзья. Ну и завтра у меня еще будет смена рабочая, так что... Сейчас посмотрим, как пойдет. Что, звездануть им разочек? Ну давай впарим этой чепухе по полной программе. Замечательно, и вот они, последние гаденыши. Так, Армагон, ты будешь сегодня бомбить? Конечно, будет. Куда же он денется? С превеликим удовольствием, да, скажи? Так, Бибоп и Рокстеди, ну-ка... Ракеточкой. Шикарно. Всех, как говорится, наповал. Ну что же, тогда двигаемся дальше и смотрим, какие у нас еще будут тут мероприятия. Так, здесь забираем награды. Так, ну что же, пойдем сразимся в поединках. Да не буду я ничего делать. Так, в поединках. Вот оно, с Рафаэль и... мы прокачали ему. Слушай, а что ж тогда делать? Кого дальше прокачивать по скиллам? Так, подожди-ка, кто у нас свежеиспеченный? Кого мы последним переводили? Черт подери, у меня из головы вылетело. Кого мы последним переводили? А, пиццелийцы же, да? Это был у нас пиццелий... Куда он вообще делся? Вот он. Да-да-да, друзья мои, именно пиццелийцы у нас. Ну-ка. Ладно тебе, опять что ли 4 геймпада искать? Ну, серьезно. С этими геймпадами просто какой-то геморрой, если честно. Они не хотят нам выпадать. Вот выпал один, и все. Замечательно. Обламывают меня просто. Просто обламывают, ну посмотри. Смотри, дают только чисто мутаген. Или мутаген и джойстик, все. Это только второй геймпад я получил. Да, так мы конечно далеко уйдем. Просто обламывают. Так, третий, ну давай последний. Последний, дай четвертый мне геймпад. Да не джойстик говорю, а геймпад. Твою налево. О, у меня уже и пицца кончилась. Нормально, да? Пофармили. Так, поднять уровень персонажа. У меня сколько мутагена? Да. Тут, по-моему, даже пиццелицева. Я даже его пробафать не смогу, точнее, повысить уровень. Ну что, друзья, предлагаю тогда... Давай-ка быстренько с тобой пофармим здесь. Нет, не то, не то, не то. Так, баксы, силовая ячейка крэнгов, 30 жетонов, осколки, еще 30 жетонов, еще 30 жетонов. Есть, эксперт снаряжения, друзья, получил я. Я получил эксперт снаряжения. Маяк, доллары, книжка, жетоны, все. Ребят, ну у нас достаточно жетонов, чтобы нам приобрести еще 3 дынка. Итого 86. Как-то так. Поднять ум персонажа. Ну что, остается у нас турнирка. Давайте попробуем сейчас быстренько с вами выбиться в топчик. Так, у нас тут Макмен. Ох, я даже не знаю.
Ох, я даже не знаю, что у нас сейчас тут будет. Так, давай вот так попробуем сделать. Ну, расчет идет на Макмана. Основная. Ну, вот я не знаю, морозилка сможет ли нам все подпортить, а? Упс. Ну, давай, Макман. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, нам надо как-то этого... А, я не смогу его ушатать, потому что он в инвизе, поэтому Ваньку только если сейчас бомбить. Ты серьезно? Вот так вот просто взяли и промахнулись? А вот гранаты если? Ай, Зэк, бомби давай его. О, давай, Макман. Друзья, ну тут чисто повезло нам. Потому что если бы они захотели, уже давно бы нас тут распинали. Если бы Ванька бы, например, не гранату упустил, а, например, из гранатомета бомбанул бы, мы бы почувствовали всю прелесть игры в одну секунду. Ну а пока, как говорится, нам повезло. Берем тогда вот эту команду. Я беру Армагона, я возьму Донателло. Нет, я не так сделал. Я возьму Донателло, Рафаэля, Лео, Майки и Сплинтера. Ну, захотелось мне так вот взять. Четырех черепашек и учителя Сплинтера. Мы делаем в первую очередь уклонение, чтобы фиг по нам кто попал. Допустим. Так. Все на этом? Давай, Лео, жги. Теперь сюрикены, по-моему, добьем всех. Странно. А если так? А если вот так? Красавчик. Красавчик, Майки. Ну все, ребята. Здесь мы тоже, как говорится, разбомбили их в пух и прах. И получаем 28-ю позицию. Соответственно, ребят, завтра будет понедельник. В понедельник я не смогу бустить. По той причине, что я просто-напросто буду на работе. Не было бы работы, конечно, мы бы бустились. Так что придется после работы делать некий такой прорыв. Ну что, Армагон, ты готов? Давай, хоть парочку уложи, пожалуйста, баньки. Одного. Тогда всех остальных кожеголовый уложит. Все, друзья. Замечательно получилось. Какая позиция? 17-я. Так, Бакстер Стокман плюс Крэнк и плюс Рафаэль. И плюс Рафаэль. Вот такая команда. Сейчас посмотрим, у кого инициатива будет круче. У Крэнка, да? Нет, у Рафаэля все-таки. Все-таки Рафаэль, ребят, по инициативе круче. Ну вот как-то так у нас получается. Все очень даже не дурно. Какое место? 6-е. Ну, получается, что в данный момент будет у нас... Да-да, последний поединок, после которого мы получаем топчик. Даже если взять учет, что завтра я иду на работу, в принципе, вечером приду. Должен, ребята, я быть в топчике. Ну, не в топчике, а в Лиге Мастеров 3 звезды. Да. Давай, всякий добиваешь. Тут всех этих супостатов, хламонов и тому прочее. А вот как-то так. И никак иначе. Замечательно. Ну что, друзья. Вот я и вернулся обратно в топчик. Единственное, что у меня мало мутагена все-таки, да? И мне не хватит поднять уровень. Ауч, не хватит. Давай тогда поднимем пиццелицу, наверное, уровень. Хотя бы так. И получается, что все. Коротко, конечно, получилось, но... О! Получилось это из-за того, что нас слишком сильно не скинули.
Ты сам видел, да? 50-й ранг был на Лиге Мастеров 3 звезды. Если бы нас бы хотя бы на Лигу Мастеров 2 звездочки прикинуло, я бы, конечно, долго бы туда добирался. А так все получилось вообще великолепно. 72 телепорта у нас в запасе. Ну, пиццы, как ты видишь, практически нету. Так, и 14 откатов. Как-то так, ребят. Ну что же, а на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.